Более 200 любителей кроссфита собрали третьи зимние игры «Гераклеон», которые прошли в Москве. Участники соревновались в трех категориях – любители, мастера и профессионалы. Задания для каждой отличались количеством и сложностью их выполнения. Наравне с мужчинами соревновались и представительницы прекрасной половины, причем девушки-участницы выкладывались на 100%. Почему кроссфит? Потому что он разнообразный, потому что он всесторонний, потому что в кроссфит ты не один, в кроссфит с тобой целая компания твоих друзей, единомышленников. В кроссфит ты можешь быть собой. Задача каждого участника – выполнить определенный комплекс упражнений. На его выполнение отведено всего 16 минут. Становая тяга, бёрпи, специальное сочетание прыжка и приседания, а также рывки и отжимания на кольцах. Участники еле успевали перевести дух и восстанавливать силы. Не обошлось и без травм. Это кинезио тейпы. Они... Вот у меня плечо травмировано, да, мне Максим из рок-тейпа замотал. Как бы сняло нагрузку именно средней дельты. И поэтому немножко проще, то есть меньше беспокоит. Призовой фонд соревнований составил внушительную сумму в размере 700 000 рублей. Следующие соревнования для любителей кроссфита состоятся уже этим летом.